Башкортостане в прошлом году женилось меньше пар, чем в 2018-м. Сокращается количество и ранних браков. Статистику, посвященную Дню семьи, любви и верности, который в России отмечается сегодня, опубликовал Башстат. Итак, в 2019 году в республике официально зарегистрировали отношения 25 060 пар. Это на 306 меньше, чем годом ранее. Впервые в семейный союз вступили 73% мужчин и 69% женщин. В прошлом году возраст молодоженов варьировался от 20 до 34 лет. При этом в сравнении с предшествующими десятилетиями значительно снизилось количество ранних браков. Так, если в 1990 году расписались 1356 несовершеннолетних девушек и 226 юношей, то в 2019 году показатель равен 162 и 7 соответственно. Также в прошлом году под венец пошли 700 мужчин и 424 женщины старше 60 лет. Согласно статистике, около 60% браков приходится на второе полугодие. Причем меньше всего регистрации бывает в мае, а вот пик традиционно в летние месяцы и в сентябре.